В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» от полученной травмы скончалась в реанимационном отделении армейского. Одно из смертельных ДТП произошло в феврале. То, что стало с машиной, можно увидеть на фотографиях автоинспекторов. Кроме водителя, в аварии погиб ее 16-летний внук и пострадала 3-летняя внучка. Причиной происшествия стало несколько факторов, но автоинспекторы, помимо прочих, выделяют выезд на встречную полосу. Преобладающим видом ДТП, по которым произошли ДТП с наибольшим числом погибших и раненых людей, является столкновение. Произошло 14 ДТП, в которых 4 человека погибли, 21 получили телесные повреждения. То есть все смерти в ДТП пришлись на тех, кто не соблюдал правила обгона. На них, их пассажиров и других участников движения. Сейчас расчетный показатель смертности на дорогах превышен на 1 пункт. ДТП, которые были зимой, уже по ним мы, получается, к сожалению, показатели свои перевыполняем. Это в любом случае очень... Каждый случай – это большая трагедия для и участников, и... семей, поэтому здесь мелочей не бывает. На разборе этого случая представителю обслуживающей загородные дороги организации тоже нашлось, что ответить. Эту машину я смотрел, вот, допустим, момент технический. У нас подход другой. Там на Калине, я смотрю, ни у мальчика, ни у бабушки подушки не сработали. Хотя вопрос был в другом. В ходе обследования дороги были зафиксированы недостатки зимнего содержания автомобильной дороги, а именно на проезжей части присутствовал рыхлый талый снег. Горизонтальная дорожная разметка изношена. Баланс содержателя автомобильной дороги в КО Волговятскую Правтодор был направлен на предостережение о недопустимости нарушений в области БДД. Если за городом столкновение – самый опасный вид ДТП, то в городе – это наезды на пешеходов. С начала года в Альметьевске пострадали 5 из них. 2 пешехода повстречались с автомобилем на улице Ленина, 1 на Клары Цеткин и 3 за один раз на Монтажной. На месте надо посмотреть, но мы понимаем, что везде пешеходные переходы обустроить не получится. Где пешеходный переход, где-то ограничить движение. Надо будет посмотреть. 3 из 4 наездов произошли на нерегулируемых пешеходных переходах. По статистике ГИБДД, нарушающих правила пешеходов больше, чем не пропускающих их водителей. 1172 нарушения против 341, соответственно. Тимур Туманов, новости Юго-Востока.